Вчера друзья Татьяны Георгиевны из Японии прислали большой венок белых хризантем. Теперь такой памятник Татьяны Георгиевны. Думаю, вы обратили внимание на компакт-диски с записями сочинений Татьяны Смирновой. Один из компакт-дисков называется «Серенада весне». На этом компакт-диске партию фортепиано исполняет Татьяна Смирнова, партию гобоя – народный артист России Анатолий Любимов. 10 лет назад Анатолий Любимов предложил своей ученице Альбине Максимовой исполнить произведение «Серенада весне». Альбина поговорила со своими подругами, и вот таким образом возникло замечательное трио, которое теперь называется «Трио имени Татьяны Смирновой». Концерт завершается этим чудесным произведением в двух частях: «Пробуждение», «Ликование». Татьяна Смирнова, «Серенада весне», исполняет трио имени Татьяны Смирновой: Альбина Максимова – гобой, Жазира Абдигали – виолончель, Ольга Зайцева – фортепиано. Thank you.
вклад Татьяны Георгиевны в музыкальную культуру. До встречи на концертах музыки Татьяны Смирновой.